Первый вопрос по поводу, какие объекты. У нас всего два проекта в области недвижимости сейчас. Это краудфандинг в Майами, то есть покупка квартиры в складчину. И второй объект, второй проект, это Норпорт, покупка земельных участков и строительство. Я сегодня записал видео очень подробное, в чем наши плюсы при вот покупке как раз участков и строительства в Норпорте. Я сейчас скину тебе ссылку, посмотри, там очень все подробно. Можешь, в принципе, ей это сбросить. Что касается вопроса второго, сколько они заработают, значит, я не сторонник накруток никаких. Я сторонник платить процент со своей прибыли. То есть у меня разговор такой всегда вот с риэлторами, которые приводят клиентов, ну, риэлторы, которые вне Америки находятся. Я готов платить от 20 до 50 даже процентов от своей прибыли в зависимости от того, насколько человек готов к сделке. Если он, риэлтор, мне дает какого-нибудь Ивана Ивановича Иванова, который ничего еще толком не знает, не понимает, и мне на него надо тратить много времени, процент будет 20. Если он говорит, Иван Иванович Иванов, у него есть 200 тысяч долларов, он завтра, я ему все рассказал, он готов, он завтра готов заключить договор. Я не трачу время, самое дорогое это время. И я, пожалуйста, отдам, я заработал там 5 тысяч долларов, я 2,5 отдам риэлтору. Вот и все. То есть экономика очень простая. Да. Так что вот так вот. Так что если есть заказчики конкретные, ты лучше иди от другого немножко, не от объекта, а иди от суммы инвестиций. Когда у них есть клиент, ты их спрашиваешь, сколько у тебя есть денег, сколько ты готов потратить своих и сколько ты хочешь закредитоваться, допустим. Он говорит, у меня, допустим, есть свои 50 тысяч долларов, а 150 я хочу взять в кредит. И мы под это ему уже найдем объект, либо в Норпорте, либо в Майами. Вот так лучше всего работает. И рассчитаем, сколько он в итоге с него может заработать и как быстро он может вернуть свои деньги, не кредитные деньги. Вот такая экономика.